машины эксплуатируются в климатических зонах от плюс 50 до минус 50 градусов. Везде она показала себя с наилучшей стороны. Камеры кругового обзора, электронный монитор. Есть тор на колесах для экспорта. В Торе заложена концепция «все в одном». Одна машина, одна самостоятельная боевая единица. На одном шасси расположены все системы. Системы наведения, системы сопровождения, системы обнаружения и пусковая установка. Причем все упрощено и автоматизировано. Главное, в Торе применяются фирменные для основных комплексов «Алмаз-Антея» вертикальный старт ракет. Пусковую установку не придется разворачивать в сторону цели и тратить на это драгоценное время. Тор всегда готов к бою, как мифический бог-громовержец. Именно такой огненной баранкой и летят осколки от взорвавшейся ракеты к цели. Это так называемое тороидное поражение.